Бойка смелая и умелая в воровских делах и в любви. Аккуратная и развратная, но душою с ней не криви. Аккуратная и развратная, но душою с ней не криви. Как красавец, Зойка нравится, и писателем мы барам, композиторам, инквизиторам, музыкантам и докторам. Зойка страстная, Зойка властная, влюблены в нее все подряд. И известно мне, что по всей стране все Зойки той говорят. И известно мне, что по всей стране все Зойки той говорят. Зойке нравится быть красавицей, откровением вся горит. Очень гордая, с наглой мордой, на себе она говорит. А я наводчица, я наводчица, я подручная у ворот. Глазки смелые, груди белые, ножки стройные, будь здоров. Глазки смелые, груди белые. Вдруг милиция забрала Зойку милую, взяли силою и на каторгу упекли. Мы верили и не верили, но помочь мы ей не могли. Ой, мы верили и не верили, но помочь мы ей не могли. Ой! Что ж ты сделала? Зойкой белой, распроклятая Колыма. Встретила Зоечку на помоечке, рассказала мне все сама. Посидела я за 15 лет от меня. Красота ушла, моя нищета пришла, и в душе моей нет огня. Жизнь жестокая, одинокая. Не профессора мне пора. А было вдвоем, с нищетой вдвоем, вспоминаю я иногда. Было радостно, было сладостно, не забуду я те года. Было радостно, ой, было сладостно, не забуду я те года. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, Елена Максимова. Прежде чем мы начнем обсуждать номер,
Я хочу напомнить, что у жюри, кроме привычных нам карт туз, король, дама, валет, соответственно, это оценки 5, 4, 3 и 2 балла, появилась еще одна величина. Джокер. 6 баллов. Но его, уважаемые жюри, каждый из вас может поставить лишь один раз за весь сезон. Ну что ж, давайте приступим к обсуждению. Любовь Успенская. Ну, что можно сказать? Я не знаю, как на лидера, но на секс-символа этого проекта ты точно тянешь. Я думаю, это однозначно, ты просто потрясающая актриса. Восхищаюсь, туз. Спасибо, спасибо. Александр Яковлевич. Ну, прекрасный номер. Лена вошла в образ вот такой секс-дивы блатного мира. У нее это получается. А о вокале и о ее артистизме, ее вопросов, в общем-то, не возникает. Все на высшем уровне, поэтому номер вполне приемлем для того, чтобы поставить ему туза. Михаил Захарович. Знаете, Лена, каждое ваше выступление – это такой маленький спектакль. Я с огромным удовольствием каждый из этих спектаклей смотрю. И пошел бы еще снова, купил бы билет и пришел бы. Так что бис, очень здорово, очень красиво, очень дорого и так основательно это туз. Александр Васильевич. Если бы я воровал... И у меня была такая подручная. Я бы воровал и воровал. Давайте будем воровать. Ни за что бы воровать не бросил. Я согласен с Любовью, что на секс-символ вы не то что тянете. Секс-символ – ничто по сравнению с вами на этом проекте. Я думаю, что если печатать на картах вместо дамы начнут ваше лицо, то не удивлюсь. Замечательный номер. Ну, туз, что можно сказать. Спасибо огромное. Секс-символ нашего проекта получает сегодня 4 туза. Елена Максимова.